Всем привет, ребята! Всех снова приветствую на моем канале Ники Юсей Тракин на Бизоне по Америке. И вот сидим мы вот с Бизоном. Бизон, а ну-ка поприветствуй подписчиков. О, молодец! Вот, сидим мы сейчас в Тексасе. Это у нас Кнаксвилл. Правильно я говорю или нет? Не знаю. Кнаксвилл, Тексас. Сидим здесь. Вчера разгрузился я ночью на SpaceX. Это где ракеты делают. Там я разгрузился, и пока ехал, я выиграл груз на Иллинойс. И у меня загрузка сегодня в 7 вечера, так что сидим мы на лавсе целый день уже. Сидим на лавсе, отдыхаем, набираемся сил и поедем. Вечером загрузимся, я думаю, может, здесь даже опять сюда приеду, посплю, а утром уже поеду. Почему? Потому что в понедельник у нас Labor Day, это праздник, и у нас все закрыто будет. Американцы будут праздновать этот праздник. Это Labor Day, это день трудящихся, как было у нас в России, там, в Советском Союзе, это 1 мая, день всех трудящихся, вот сидим мы на такой вот полянке, отдыхаем, попиваем кофеечек, и сегодня немного хочу рассказать вам про Бизона, потому что мой Бизон проехал 100 тысяч, и я сделаю маленький обзорчик ему, этому Бизону. И поедем работать. Следите за движением, будет интересно. Спасибо, что подписываетесь, оставляете комментарии, ставите лайки. Всем спасибо. Ну, а мы работаем. Так, ну что, рассказываю я про Бизона на 100 тысяч. Что произошло у нас? У нас мы поменяли колеса. Колеса поменяли, у нас было, стояло гумно. Я проехал на нем сколько там, 65 тысяч или 60, не помню уже. Поставил я Michelin резину и езжу, катаюсь. Это у нас что самое такое большое и было грандиозное в этом Бизоне. Ну а так за 100 тысяч у нас 3 раза загорался check engine. Проверяли на компьютер, это был EGR. EGR был, и почему он загорался, я вам сейчас покажу. Засорился, его надо было чистить. Так что я его почистил, и check engine lights потух у нас. Это следующее, может какое-то видео, я буду его еще раз чистить. Его рекомендуют на каждые 35 тысяч майлов чистить, так что следующее видео, или может через видео, когда я его буду чистить, я засниму и вам покажу, как он чистится. Его очень легко, если знать, как его чистить, то почистить можно его за 20 минут. А если не знаешь, то, конечно, время уйдет. Вот. Больше таких, чтобы нареканий по поводу машины не было, и машинка прошла 100 тысяч миль, и не могу ничего сказать плохого. А еще 2 раза стекло клеил, попали камни, и все, и больше ничего. Так что рекомендую покупать Venom спринтеров, если кто будет покупать.
Так что вот такие вот, ребята, дела. У нас все классно, и мы работаем с бизоном. Бизон не подводит пока. Пока все, слава богу. Ну, а мы дальше работаем. Вот Мичелин прошла уже тоже у нас. Сколько получается? 90, 100. Прошла она уже 45 тысяч у меня. Резина и еще очень даже хорошая. Почти новая. Приеду домой. Делать буду ротейшн колес. Надо будет уже. И у меня получается... О, какой грязный он у меня, чистый. Какой он у меня грязный. Приеду домой, и уже у меня подходит сервис. Буду менять масло. Фильтра буду менять. Пока ехал, я сейчас заказал на сайте. Пока буду работать, они уже придут ко мне домой. Вот, так что у меня еще 1,5 часа ждать. И потом поеду на загрузку. Всем приятного просмотра. Так, ну что, друзья, все, выдвигаемся мы на загрузку. Едем мы загружаться. Нам загружаться отсюда получается всего лишь 3 мили. 3 мили проехать и загрузиться нам надо. Все, ребята, выезжаем мы с Лавса. Славса. Стояли мы, считай, всю ночь, почти весь день. И все, и мы загрузимся, и нам будет счастье. Не знаю, может, чуть-чуть проеду, если быстро загрузят. Если нет, то приеду сюда, переночую. А потом уже утром ехать, потому что мне ехать туда получается... Через полмили поверните направо на дорогу из Тортин-стрит. 1400 миль, а у меня получается будет сегодня, уже считай день прошел, и суббота, воскресенье, понедельник, и во вторник в 7 утра у меня только разгрузка. Так что едем, времени у нас предостаточно, и будем ехать мы спокойненько и отдыхать. Сюда, правда, я ехал, взял с Калифорнии груз на Тексас, мне пришлось... На следующем знаке стоп поверните направо. Мне пришлось так чуть-чуть поднапрячься. Но, как бы, ночью я поспал хорошо, но пришлось мне денек, как говорится, проехать весь день. Вот, ну а мы едем на загрузку. Ну вот, ребята, вот такими я баксами и загрузился. 4 бакса всего лишь. 100 паундов. Едем мы на Иллинойс. Все. Закрываем двери. Ждем good to go. Вперед. Какой он чистый у меня. Вот смотрите, ребят. Коцнули меня. За вот эту вот царапину. Вот эту вот. Одна, вторая, третья, четвертая. И... Чуть-чуть бампер вот здесь ушел у меня. Мне за это инсюринс, не мой инсюринс, а и тот, кто меня стукнул, заплатил $2,270. За вот такие царапинки и вмятинки. Остается теперь только ждать good to go. И все, и мы поедем, я думаю... Пока видно, еще поеду, а потом уже где-нибудь. Как только начнет темнеть, так буду ложиться спать. Дали мне good to go. Я выезжаю с жаркого Тексаса на иду на Иллинойс. Там вроде бы прохладней. Здесь у нас сейчас 91 градус по Фаренгейту. Духота. Не знаю, как сказать. Но духота, конечно, ай-яй-яй. Еду, считай, пустой. Всего лишь загрузили меня 100 паундов. 4 коробки, 100 паундов. Нормально. Фу, на улице. На улице как тепло, а.
83, ну духотень. Это я еще нахожусь в Тексасе. Вчера отъехал всего лишь 124 мили. Кстати, всем доброе утро. Добрый день, кто меня как смотрит, всем привет. Всего лишь отъехал 124 мили и остановился, и дальше отдыхал. Целый день отдыхал, загрузил 4 коробки, проехал 124 мили и опять отдыхал. У меня времени предостаточно. Выезжаем мы, всем приятного просмотра, а мы поехали дальше. Ох, эх, нелегкая эта работа. Надо подождать, сказал. Машина сказала подождать, она не может ехать. Потому что включил я слоу-кукер. Готовит себе обед. А батарея у меня здесь не мерседесовская, а простая стоит. Вот, и она не справляется. Ну все, сказала, можно ехать. Все, вперед, с Богом. Выезжаем мы так, надо очки. Надо очки переодеть. А где мой телефон? Никто не знает. Так, пока не выезжаем, пока телефона не нашел. Развернемся, здесь встанем на парковку и посмотрим телефон. Вот привычка, а? В кармане лежит телефон, а я его ищу. А? Приехал, какой там следуете по маршруту. Ребята, вы что, думаете, только у нас на заправках ремонтируют машины? Смотрите, здесь тоже у нас сняли стартер и проверяют, работает или нет. О, по самую горловину. Ну вот, заправился я, $54.81, почти 19 галлонов. Сейчас получим ресит. Спасибо. We'll be right back.
взял себе кофе. Вот такая вот кружка стоит, она, не помню, 5,99 вроде бы. И покупаешь ее, и потом каждый раз, когда идет рефил, это ты идешь с этой кружкой, наполняешь ее опять кофе, и у тебя получается 99 центов за эту кружечку платишь. А если ты идешь со своей такой кружкой, вот, то платишь доллар 0,7, доллар 22, по-всякому как. А так это здесь, это такой вот сейчас у них options такой есть, что ты в этой кружке всегда платишь кофе 99 центов, плюс такса, конечно. Это выходит доллар 0,7. Вот, а я с этой, если доллар 0,7 и плюс такса еще, доллар 22, доллар по-всякому, доллар 19 выходит, так что... Кому надо, покупайте такие кружки, и будет у вас кофе по 99 центов. Все, а мы выдвигаемся дальше, едем. Ну что, друзья, наконец-таки я доехал. Мне остается до разгрузки 3,5 мили. Здесь у нас Pilot Truck Stop. Я заехал на него. И вот здесь я буду стоять до завтрашнего утра. Вот, так что будем отдыхать. Сейчас пообедаем. И будем наслаждаться жизнью. Пойдем где-то походим, наверное, потому что много сижу, надо ходить. Стараюсь каждый день ходить по 2-3 майлы. Но вчера, кстати, не получилось. Но сегодня, я думаю, получится. Так что отдыхаем. Следите за движением, будет интересно. Все, завтра разгружаемся и будем свободны. Пока. Ребят, всем доброе утро. И все. Наконец-таки я еду на разгрузку. Так долго этот рейс длился у меня. Этот пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Ну, пятницу я чуть-чуть проехал. Суббота, воскресенье, понедельник. Еще не вторник. 5 дней. То есть 4. На 5-й день разгружаюсь. Очень долго, но слава богу, доехал. Поедем сейчас, разгрузимся, и все. И нам будет счастье. Все, выезжаем. Нам туда ехать. Вот, друзья, солнышко встает у нас, начинается утро прекрасного дня. А мы уже работаем. We'll be right back.
Ну все, друзья, меня разгрузили. Мы выезжаем с бокса, со склада. И на этом я буду заканчивать свое видео. Всем спасибо, кто меня смотрит, подписывается, оставляет комментарии. Всем удачи, а мы увидимся в следующем видео. Всем пока!